что это за закон? Он предполагает, что по поданию главы профильной спецслужбы, либо министра, вот, люди, которые мотивированно связаны с вопросом национальной безопасности и обороны, могут решением президента быть выведены из-под закона о люстрации. Есть реально очень ценные люди, да, которые, ну, сидели во времена Януковича, да, и во времена Кучмы даже иногда сидели. Ну, вот, да, где-то начальники управления. Но реально, вот они профессионалы, да. Его по закону люстрации, его же недруги в профильной структуре, да, они его выжимают. И реальный человек, который может сейчас закрыть вот такой вот какой-то сектор обороны, вот он выпадает из системы. Вот почему? Ну, потому что вот закон иллюстрации. А приходят непонятные какие-то менеджеры там, да, непонятно откуда, да, из коммерческих структур, которые вот так вот этими шарами смотрят на это все, да, не понимают, что делать с этим всем.